В ночь с 18 на 19 января православные жители Кашхабльского района отметили Крещение Господне. Традиционно этот праздник широко отмечается в Натырбовском сельском поселении. Место для таинства крещения было благоустроено заранее. Купели оборудовали деревянной лестницей. На берегу поставлена палатка для переодевания. Не сильно морозная, но ветреная погода не останавливает людей, принявших решение в первый или очередной раз испытать себя. Отец Андрей прочитал молебен и осветил воду в проруби. Всех жителей Кашхабльского района, села Натырбо и всех гостей, которые сегодня приезжающие в наш населенный пункт, хочется поздравить с великим праздником, с Крещением Господним, так как сегодня и на протяжении 2000 лет мы вспоминаем великий праздник, который совершил сам Спаситель, придя на реку Иордан, креститесь. И когда он пришел, то был великий пророк Божий Иоанн. И он подошел к нему, что надо исполнить, креститься. То Иоанн сказал ему, что не достоит мне от тебя креститься, так как я не достоин этого делать. Но Спаситель сказал, что надо исполнить все, что надлежало нам, и зашел в воду. И мы увидели явление, и все, кто были рядом, увидели, как голубь сходил на Спасителя. И сегодня мы с вами также совершаем это таинство, это великое освящение воды, которое совершается только два раза в год. Это накануне крещения Господня, это сочельник крещенский, вчера было, совершалось великое освящение воды. И сегодня также совершаем великое освящение воды, для того, чтобы все жители могли набрать для себя, для хранения дома, пользоваться этой водой при болезни, также употреблять натощак утром эту воду и освещать свои дома и свои населенные, свои жилища этой водой. Довольно будет пению чудес твоих, велеси, Господи, чудно дела твои, и не едино слово довольно будет пению чудес твоих, велеси, Господи, чудно дела твои, и не едино слово довольно будет пению чудес твоих, прощайся тебе, Господи, творческое все поклоняю. Тебе, Господи, творческое явися поклонение ради, чели было свидетельствовавши тебе, возлюбленного Отца Сына и Виною Его, видя глубине, видя наше славище утверждение, являйся, Христе Боже, и мир просвященство. Тебе, Господи, творческое явися поклонение ради, теле было свидетельствовавши тебе, возлюбленного Отца Сына и Виною Его, видя глубине, видя ваше совесть и утверждение. Да чудо не то! Видя глубине, видя ваше совесть и утверждение. Возле водоема выстроилась большая очередь. Среди желающих окунуться в священную Иордань были дети и взрослые. Крещенские купания – это всегда яркие, непередаваемые эмоции. Своими ощущениями после омовения делились сельчане. Нет, я уже второй раз купаюсь. Ощущения очень хорошие, классно, не холодно. Вода освященная, всех с праздником, от всех души поздравляю, всех-всех с праздником. Здоровья всем, всего самого хорошего. Я уже второй год купаюсь. Мне
Хорошо, ощущение хорошее. И не болел я после этого. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Никита, мне 10 лет. Для присутствующих в этот день были накрыты столы с угощениями. На костре варилась уха. Не остался в стороне и Натырбовский дом культуры. Своими зажигательными песнями артисты еще больше поднимали настроение жителям. Никому березу заломати, никому кудряву заломати, люли-люли заломати, люли-люли заломати. Не подшиты стареньки, нельзя валенки носить. Ох, они тут не ломать. Валенки, валенки, ох, да не подшиты стареньки. Валенки, валенки, ох, да не подшиты стареньки. Во время проведения торжественных обрядов всех православных поздравил глава Кашхабльского района Заур Хамирзов. Вот уже второй год праздник Крещения Господня широко и красочно отмечается и в майском сельском поселении. Ну, сегодня очень замечательный такой праздник. Сегодня Крещение Господня, поэтому уже второй год мы в поселке Майском проводим данный праздник. В прошлом году мы проводили, в этом году тоже проводим. У нас сегодня присутствуют и представители Дома культуры, которые выступают. Вот сейчас вы слышите, они поют песни. До этого был батюшка, представитель церкви, который провел соответствующий обряд, освящение купели, которая здесь находится. Люди провели обряд, искупались, соответственно. Ну, проруби у нас нет, потому что нет мороза, но искупались как положено. И сейчас проходит просто гуляние, просто празднество и так далее. То есть у нас, ну, порядка 100-120 человек, в принципе, участвуют в этих мероприятиях. Здесь мы готовим уху, то есть, ну, русское национальное блюдо на этот праздник, на крещение, это самое нормальное блюдо, уха. Поэтому, ну, сами видите, что люди отдыхают, празднуют.